Çok şeymiş, köprüsüymüş Sayın Başkan. Они сейчас за нами приплывут. Так нет, мы тебя тут укрываем. На чистую воду. Красоты. Эфир. Где будешь кормить? А вот это Петро, вот это слева на там. Да. А вот это что у нее сзади боевая такая? А ты что? Фантастика. Да. Посмотри, какие они классные. Ну она черная. Она пацанов гоняет. Она самая злобная. Все. Сейчас они не доедят, прилетят утки и все дожрут. Не, уже больше как на этих. Красиво там позы становились, а тут. Erdoğan Bey al küreği abi. Erdoğan Bey küreği verelim. Murat ol, Murat sen ol. Kaç yıl sonra? Murat. Çek. İbrahim buraya da var. Ne kadar zaman А получается, она на любую голову, да? Ну, она там подшлемник, да, универсальный. То есть там вообще-то еще в кожном шлемофоне надо позалазить. Космос. Супер. Ну что? Дальше. Создать. Ощущение действительно космоса. Молодец. Где? Где Белим Гюзюмлер? Давайте вас. Тамамдыр. Там. Там мама? Есть. Эй. Махнул. Сделал. Эй. Али Махмуд. Что еще казал его, девчонки казал. Ой, красавец. Ой, красавец. Uzay adam oldum be. Окей. Ой, хорошо. Супер, бэй. Не-не, так лучше. Окей.
А очки нет? Оденьте. Очки, очки, очки. О! О, но! Не одевай. Tamam. İbrahim uzaya gidersen şaşma. Çektik peki. Şey yapmış. Neyse. Peki ben okuyacağım. Çektim. Bir de Murat'tan. Eğer... Senin boyun uzun geliyor. Açıklayayım mı oradan da zaten? Murat Akbel koydum. Erdoğan. Murat kaçırmışım be fotoğrafları. Oo. Ne? Yok. Ne? Ne? Davay. Aha. Gözün görmüyor. Hala hareket çekiyorsun ya. Çıktı çıktı. Çektim. Ver o paltoyu. Çektim ya. Başkaları da çekti. Onlar da. Ha, öyle abi çekti. Dünya kadar. Ya anlayamadım. Sen şu kapıda niye duruyorsun? Sen çekil oradan. Bir dakika. Uzayda yedikleri yemeklere bak. Asosiyasiye Turetski Karikatüresi. Salonda bulunan Ukraynalı dostlarımıza saygıyla selamlıyorum. Уважаемые господа, господа, уважаемые директоры художественного музея Ярушенко Олды Курчакова, дорогие коллеги, художники, уважаемые гости. Değerli karikatürcü Vladimir Kazanovski'ye teşekkür ediyorum. Çünkü Nasrettin Hoca ve Nasrettin Hoca karikatür yarışmasını çok iyi anlattı, beni büyük büyükten kurtardı. Я спасибо для Козелевского, потому что очень хорошо объяснил для Насрета Хоча и нашего курса. Değerli Ukraynalı dostlar, biliyorsunuz bugün dünyada emperyalist güçler büyük bir savaş içindeler. Сегодня империалистические силы делают войны и провокации в мире. Emperyalist güçler küçük ülkelerin ülkelerinde savaş çıkartarak o ülkelerde kan ve gözyaşı yıkım yapıyorlar. Война и провокации не принесают ничего для человечества. Only кровь и слезы. Böylesi bir ortamda gerçekten gülmeye ve mizaha ihtiyacımız var. Bunu da bize Nasrettin Hoca sağladığı için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Nasrettin Hoca usmayvayet войны, usmayvayet imperialiste. Nasrettin Hoca Türk mizahının ve karikatür sanatının en büyüğüdür. Bütün dünya tanımaktadır. Nasrettin Hoca человек народный философ и юморист, карикатуристів Туреччини сказав такі слова, що війна несе кров, несе розруху, несе страждання. І ми переконались у тих виставках, які були присвячені якраз антиагресії, антинасильству і антипутінським намаганням тягнути людство в війну. Я хотів би думати, що як вважається, що Насреддін перемагав слово. От слово є та зброя, якою він перемагав. Ми можемо порівнювати дійсно, що в нас є свої надбання, в нас є свої прекрасні художники, а можна згадати і Гоголя. Разом з тим Гоголь був настільки глибокий, і тому його був гумор не раді гумору.
Це був гумор раді утвердження до правил. Конкурс, який придуман для Полтавської землі. У нас є представники цього нашого конкурсу. Це наш Николай Васильович. Это наш и которые уже давно они, наверное, интегрировались. И мы рады, что у нас были конкурсы бразильских карикатуристов, были конкурсы словацких карикатуристов, представлены выставки болгарских, польских карикатуристов. И сейчас получается, благодаря тому, что у нас есть великолепный выставочный зал, великолепная галерея искусств, мы просто имеем возможность обмениваться международными конкурсами и принимать их в стенах этого заведения. Ну а Хаджан Насреддин, раз нам предложили такой прекрасный материал, такую прекрасную выставку, более 110 работ всех художников мира, лучших работ, то мы решили сделать небольшой сюрприз и рассказать все-таки одну из историй Хаджан Насреддина, которую подготовил наш областной кукольный театр и наш молодой режиссер. Лише хочется додати, что такі лунали слова правильні про гумор, про слово, про зброю слова. І хочеться додати, що сьогодні багато митців, яких я дуже радий бачити. Ми зустрічаємося тут, зазвичай під час мого дня народження, а так вийшло, що за півроку до чергового, або після півроку після чергового дня народження ми зустрілися. І така думка, це наше військо дійсно, це наше військо, справжнє військо, з яким ми переможемо, а це тоді наші побратими. Тому зараз хочеться передати через побратимів вітання від мене, від Карлюки, звичайно ж, Хаджана Насреддина. Ну і ми з Карлюкою з удовольствием произносимо ці слова, що виставка об'являється відкритою, дами і господа. Вперед! Целый свет тебе открытый, и хоть нету ни гроша. Мудростью ты будешь сытый, пусть поет твоя душа. Забудилась осенья зима без спросу, на порог одеяло снежные заносит дом, где мечта живет. Должное скинули.
И смелый грозья зарову, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле той вечерной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле той вечерной живу? В темно-синем своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. Заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле той вечной? Богой Бог, их идея вавилевись ми царь. Богой Бог, их идея Am shema khwara chemit vilisi da piros mani arvitsi ase. Am shema khwara dilgate fili da are huli jika arati de gaits nisam mada. Mere şeker teba bütün tuare huli da orta caviz lamas eps hatas makuda tuara hacan kuala matkona çoçhali arvin narmi bara çemi torilisi da firosa mani arvici ase ram shema vara chemi tbilisi da firosa mani arvici ase ram shema vara. Браво! Я на нем пиросмане, хоть он и не был карикатуристом, но... Но тем не менее. Но нет, нет, подожди, дорогой. Вот это... Пиросмане. Пиросмане. Сам пиросмане. Это вино называется Никола. Пиросмане звали Никола. Никола. И символически господину Шлеферу, где он? Мы привезли Кинзмараули. Только Никола. Это так. Просто. Я кладу гитару. Спасибо. Нет, вам спасибо. Не, он там у нас гитаристом там забрал. Кто платить будет? Спасибо.
от квартиры, место зимних домов переносят на юг. Осень, и ветер носится с моей душой. Как искра в глазах, как пара прощания, как пара венчания, кому-то просто желтая игра, кому пара прощания, кому пара венчания, кому-то просто желтая игра. Светом я расстаюсь без печали и грусти, словно в женщине в осени зрелость сыне околдует такая, потом не отпусти, и гореть вечно мне в золоченом огне. Осень, и ветер носится с моей душой. Осень, а я уже давно и ночь. Осень, какие страшные глаза, кому пора прощанья, кому пора венчанья, кому-то просто желтая игра, кому пора прощанья, кому пора венчанья, кому-то просто желтая игра. Улетающим вдаль будет легкой дорога, дорогая, просто будет и на каждый год ты другая. Моя недотрога и подруга, и жена, не жена. Снова пятница,
а в субботу испечем пирожок. Все наладится, дружок, все наладится, все наладится, парень, дружок. Все наладится, дружок, все наладится, все наладится, поверь мне, дружок. Да и сколько той зимы, лишь 3 месяца, как-нибудь перекрестясь проживем. А октябрь все несет на колесицу, листья спелые сбивают дождем. Знать к морозам кошка серая ластится, скоро выбежит на первый снежок. Все наладится, дружок, все наладится, все наладится, поверь мне, дружок. Все наладится, дружок, все наладится, все наладится, поверь мне, дружок. Осень листья в октябре красит охрой, уже спрятали за стеклышком льда. И подъездные бабульки за окнами, ах ты, Господи, опять холода. Но после дождичек в четверг будет пятница, а в субботу испечем пирожок. Все наладится, дружок, все наладится, все наладится, поверь мне, дружок. Все наладится, дружок, все наладится, все наладится, поверь мне, дружок. Судно жертвуя, жизнь читал я лишь черновиков, будто мне бессмертие обещал.
вещи она, будто бы все в шутку, не всерьез. Приходи, уходи, женщина, забывай шпильки для волос. Приходи, уходи, женщина, забывай шпильки для волос. А трава все выше и все меньше рос. Не лети так время, не лети. Я, казалось, не взрослел, а просто рос, набивая шишки на пути. Вот уж в октябре махнуло время кисти, и прическа изменила цвет. Говорю всем, что это перекись, перекись давно ушедших лет. Поменять бы проседи на просени, да, увы, ни дня не взять взаймы. Ах, как было далеко до осени, ах, как было далеко до осени, ах, как было далеко до осени, ах, как стало близко до зимы. Браво! 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 На турецком, Лен. Это была такая чудесная песня, грустная. Да. Я вспомнила очень грустный стишок. Тоже вот грустно было. А потом Наташа... Споет нам еще одну песню. Ее вдохновляют мужчины, меня тоже. Хреново было мне не без причины. Но в этот день, уже в который раз... В соседний магазин бежал мужчина, что мне опять попал не в бровь, а в глаз. Наш путь земной зигзагами начертан. Сегодня плохо, завтра хорошо. Бежал мужчина в магазин зачем-то. Наверное, старый друг к нему пришел. А может, развеселая подруга давно прошедших весен лет и зим. Или соседа знойная супруга дала понять, что он не отразит. Я имени его, увы, не знаю. Он мне не предлагал хухры-мухры. Я не знакомая ему и не родная. Но это он помог мне встать и выжить. Как будто бы летел, а не бежал он, стряхнув печали многих лет и зим. И несмотря, что все подорожало, я побежал в тот же магазин. Не согрешись, не сорвись, струна, не солги перо, да не сыщет стихов зола. Час, когда душа мальчика его отделяет добро от зла.